Всем привет, ребят, всем здрасте, вы на канале Hammer Hit, с вами Максим. Так, продолжаем наш Tomb Raider, Лара Крофт наша жжет просто. Ой, тут, короче, много всего прямо надо, ого-го-го. Вот, пойду гробницу испытаний, там, может быть, тоже какую-нибудь интересную штуку себе найду. Обычно в этих гробницах, ну как обычно, я только одну пока что ищу. Да, рядом гробница испытаний. Я только одну пока что гробницу испытаний прошел, и что-то там я получил. Ну, там очков много за нее дают, и еще чего-то, короче. Можно что-нибудь интересненькое найти. По крайней мере, у меня пистолет уже есть. И это тоже неплохо. Оп, чуть не упал. Испытание во тьму. Исследованы пещеры, одна из пяти. Ага. Ясненько. Какие-то кор... Ой-ёу. Пещеры нужно исследовать, да? Ну, давай исследуем, чё? В чём проблема? Вообще не вижу никаких проблем. Самое главное, чтобы тут никого не было, кто бы мог мне навалять. А остальное все фигня. Их, похоже, бросили в спешке. Интересно, нашли здесь красное что-нибудь? Давай исследовать, что, может, что-нибудь найду сейчас. Ух, ё. Дополнительное. И, похоже, очень много. Ого. А, так, понятно, тут я могу лазить. Бляха, тут можно, конечно... Золотая монета. Да, да, да. Города. А это пророк. Похоже, это была официальная монета Китежа. Тут можно, я так понял, лазить, перелазить, до хрена всего. Очень много здесь локаций. И нужно все исследовать. Обязательно. Ну, интересно же. Так, давай теперь сюда. Вот так. Наверное, это часть механизма. Потихоньку. Так, и что происходит? Уходит вода или что? Да-ка меня же заколбасит этой штукой, алло. Мне надо как-то между ними, да, получается, прыгнуть? Или что? Видимо, да. Так, и чё? Ну ладно. Спрыгнул, вроде не убился, и то хорошо. Ага. Так, а здесь бочка что? С маслом. Бочка с маслом. Я понял. Намек понял. Будем сейчас что-нибудь смазывать. Ну нет, не смазывать, будем стрелять. Да. Еще какой-то нашел. О, можно погреться. Погрейся. Ну, сейчас мне лагерь использовать не надо пока что. Я двигаюсь пока просто. О, древняя цистерна. Цистерна. Господи. А что она мне дает, эта цистерна? Ух, ё. Ух, ё. А. Неудачно получилось. Так. Мне не понравилось. Подождите. А как мне забраться? Чёрт. А я могу как-то вот по этим штукам залезть? Могу? Могу? Нет, не могу. Так. Что делать? А? Я так понимаю, оно так и было задумано, что они сломаются, типа я упаду вниз. А это хорошо, они сломались, я упал вниз. А дальше что мне делать? Куда дальше-то двигаться? Ладно.
Здесь я не могу подняться, что ли? Бляха, не могу подняться. А здесь? Здесь, наверное, смогу. Нет. А, да, да. Да, здесь смогу подняться. Поднимайся. Так, они отвалились. Дальше что мне, значит, делать? Доски упали. Доски упали. Хм. Так. Думай, голова, шапку куплю. Что дальше-то? А если я прыгну и попробовать... Ой, 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 ты что делаешь? Давай попробуем вот так. Оп, 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 оп. Херушки там, да? Херушки. Не получается, она не цепляется. Ну давай я сплаваю куда-нибудь, посмотрю. Может, как-то на этом колесе можно забраться? Ну ладно, давай сюда в проход в этот попробуем. Давай попробуем здесь. Так, вот эта штука явно повысит уровень воды. Ага, ага, окей, давай. Хе-хе-хе, пошла жара. Вода поперла. Так, уровень воды повышается. А, ну и тут дверь открылась. Ну давай. Давай проверим, что тут. Так, и куда это я вышел? Куда я вышел? Непонятно пока что. Я понял, куда я вышел. Это же я вышел сюда же, к этому. Угу. А вот еще один. Так. А, я теперь могу доплыть до сюда. Хорош. Я ж могу теперь здесь подняться. Уровень воды менялся. Я вижу. Мне надо теперь вот эту штуку взорвать. А чтоб мне эту штуку взорвать, мне надо туда... Мне надо туда бочку с маслом кинуть. Бочку с маслом, бочку с маслом. Так. Ну вот они тут, их три штуки. Типа три попытки мне дается. Ой, а там наверху что? Я там не был. И здесь еще что-то наверху. Ага. Так. Подождите. Ё-моё, упал. Я смогу ее как-то туда докинуть? А, ну вот, в принципе, нормально. Так, поднимается вода, хорошо. Вон, еще какой-то проход. И чё, вода сильно не поднялась, нифига. Блин, а что за фигня? В этот... Подожди, мне в этот проход, что ли, надо подняться? Или что? Ой, забраться. Ну, давай. Тут еще какой-то механизм. Блин, тут механизмов, конечно, капец просто. Волосы поправляет, это прикольно. Так, поднимайся. Угу, вижу, вижу. О, еще одно чтение. Этого масла хватит с избытком для освещения нижних коридоров. Только везите его осторожно. Оно легко испаряется. Мы еще не довели до ума технологии очистки. Ага. Ты узнаешь того, кто руководит строительством. Мы все его знаем. Без его познаний никто из нас не пережил бы трудный путь. Не задерживайся там. А если он спросит о своих жене и ребенке, притворись, что ничего не знаешь. Угу. Он все никак не смирится с их гибелью и ждет, что они прибудут со дня на день. Нам очень нужен его гениальный ум. Боюсь, если он поймет, что произошло, мы его потеряем. Ясненько. Ясненько. Так, а масла-то у меня больше нету. А есть у кого где-нибудь здесь масло?
Коробочка. Ты чего? Или я, может быть, могу масло откуда-нибудь сейчас притащить сюда? О! Смотри-ка, я как могу. А, не так. Не, не так, немножко сделал. Вот так. Оп, очки, очки-тапочки. И нахрена я сюда вылез? Моя соображалка пока не работает. Что надо сделать? С бочкой с маслом сюда допрыгнуть я не смогу, потому что бочка выпадет у меня из рук. Что мне сделать-то? Да вижу я эту штуку. Давай, поднимайся. А так я ее никак не расковыряю, да? Ой-ой. Нет, видимо, нет. Черт, мне надо как-то сюда масло... Ох, ё! Свалился. Мне надо как-то сюда масло, получается, доставить. А как? Оттуда с... Там, где три канистры с маслом стоит, получается, мне нужно как-то сюда масло закинуть. Сейчас будем что-то делать. Мне надо его вон туда закинуть. О, еще появились канистры с маслом. Ящичек этот можно открыть или нет? Нет. Так, сейчас, секунду. Я смогу туда его забросить? Мне кажется, смогу. Йоу! Блин. Черт. Так, стоп, 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 стоп. Сейчас я думаю. Я думаю. Так. Сейчас. Я кое-что придумал. А, кстати, я здесь еще не был. Коробочка, конечно, она же без меня тут скучает. Хорошо. Мне вот на эту штуку, если повиснуть... Ух, ё, да что ж ты так я промазал-то так, а? Блин, вот это ты косая, конечно. А я так хорошо бежал, бежал, бежал и промазал. И оп. Во. Лянь, как получается. И чё? Уровень воды... Больше не поднимается. Блин, а что делать? Соображалка не работает. Если я спрыгну, вот так, например, то оно все... Оно же поплывет обратно, да? Я могу забраться на тебя? Могу. Канистра. Вот так надо было сделать. Ну, типа того, ну, в итоге что-то получилось. Прикольные эти квесты здесь, конечно. Оп! О! Пустили водичку. Так, следующий вход это вот здесь. Все, давай сюда теперь. Ну, видимо, я, наверное... А, ну все, я вернулся обратно. Уровень воды поднялся до такой степени, что я могу теперь просто сюда забраться. И все, прекрасно, красота. Так, это забираем. И это забираем, и вот эту штукенцию тоже. Хе-хе-хе, класс! Древняя рукопись о дарах земли. И что мне дадут? Мне что-то дадут? Врожденные инстинкты. Так.
На карте автоматически отмечаются все близлежащие ресурсы, они подсвечиваются при приближении. Супер! Гробница пройдена. А теперь мне надо отсюда как-то выйти. А как мне отсюда выбраться? Кто знает? Где-то должен быть выход, по идее, да? Дядька сидит, ай-яй-яй. Что случилось с тобой? Тихо. Денежки. Карта. Новые документы и фрески. Хорошо. Так, еще одна читалка, да? Еще одна читалка. Давай почитаем, так уж и быть. Любовь моя, прости, что давно не слал тебе писем. Дел было не в проворот. Как приедешь, тебя будет ждать дом со всеми удобствами. Совсем как там, на старом месте. Перед нами стоит грандиозная задача. Надо разработать и построить систему водоснабжения. Я пойму, что трудился не напрасно, когда снова увижу тебя и детей. Мы создадим здесь новый мир. Ничуть не хуже того, который ты ради меня покинула. Ну, отлично, отлично. Все замечательно. Теперь бы мне сказали, где выход, было бы еще лучше. Мне не подсвечивает выход? Подсветите мне выход! А, вон там выход, наверное. Я вроде как... Да-да-да, я вроде отсюда откуда-то шел. Давай греби. Слушай, а там было у меня исследовать 5 пещер, по-моему. Я только одну, наверное, исследовал. Или что? Не понял, если честно. Ну ладно, сейчас посмотрим. Что, погреемся немножко? Посмотрим, что у меня... Оружие. Что-то могу улучшить. Пистолет, что ли, могу улучшить? Что? Давай. О, дульный тормоз. Полированная обойма. Уменьшение отдачи. Давай уменьшение отдачи пока что сделаем. А что с луком? Что с луком? Ну ладно. А навыки есть новые? Очков навыков 0. А, все по нулям. Очень жаль. Очень жаль. Ладно, пойдем. Пойдем обратно. Где-то выход здесь же у меня был. Так, стрел у меня уже вагончик. И маленькая тележка. Так, я, получается, эту гробницу исследовал. Давай, поднимаемся теперь. И на выход отсюда. А почему было, блин, 5 пещер? Или мне показалось? Я что-то не понял. Может, мне правда показалось? Такс. Выход должен быть где-то тут. А, стоп. Так, стоп. Это типа все? Больше тут нету, да, проходов, получается, никаких? Больше выйти? Да, больше некуда идти. Только обратно. Ну, больше ответвлений никаких нету. Значит, получается, мне надо идти назад. Пять пещер целых, ё-моё. Где-то еще человек 4 пещеры должно быть. Фига себе. Короче, тут пока все исследуешь, задолбаешься. Ну, все, здесь я все исследовал. Значит, я выхожу наружу теперь, правильно? Надо уже основную задачу выполнять, а то я тут буду ерзать сейчас 10 часов, блин. Так. А, ну, значит, мне наверх надо подниматься. Все, здесь больше ничего нету. Значит, мне просто обратно надо теперь. На выход. Хопа!
Блин, я не знаю, идти найти испытания или ну их нахер, я что-то не могу понять. А где они находятся? Блин, они что, на этой горе, что ли? Конечно, я не был уже, зачем они мне на гору найдут? Ай, не, ладно, пойду я, короче, основную задачу выполнять, а то я что-то, блин, сейчас буду тут хренью заниматься. Слишком долго. Хотя, конечно, хотелось бы. Да, они, походу, на этой горе. А, да как они на этой горе? А, нет, так там пещера с волками, ё-моё, чё я туплю? Это же пещера, где я поднимался, там волки были. Вот здесь. Пёсели эти тут. Во-во-во. Вот они, пацаны. А я у вас шкурку могу снять? А, у волков нельзя шкурку снимать, а почему? Ух ты ж черт. Ах ты ж черт. Ах ты ж черт. Ой, он не один, он с коллегами. А, черт, 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 черт. Давай, 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 давай. Не-не-не-не-не-не-не. Черт. Горло, горло. Слишком сложная система, это, чтобы выбраться. Не получилось у меня. Чух, ё, это где я? Блин, это я внизу. Мне опять наверх надо подниматься. Блин, надо канистру с бензином туда закинуть, нахрен, и взорвать. Я еще и попасть не могу по ним, вот проблема тоже. Ну ладно, сейчас я быстренько схожу, то испытание сделаю. Мне просто хочется его сделать, чё, почему нет? А, погоди, у меня есть отравленные стрелы. Все, пацаны, отдыхайте. Так, стоять. Ага. Хорошо. И, типа я шум не поднял, и волки больше не придут сюда. Наверное. Трупики эти тут. А, нет, я что-то могу с них забрать. Шкуру, наверное, волчью могу забрать, да? Да. Ну ладно, может пригодится, что нет-то. Шкура всегда пригодится, что. Давай-давай-давай. Хорош. Где-то тут я еще видел его. Карта, кусочек карты, это хорошо. Карта обновлена. Блин, кто-то лает, уже идут, наверное. Нет? Если что, у меня есть ядовитые стрелы. А, вроде нет никого. Так, а что здесь? А здесь больше ничего нету? Куда идти? Некуда больше. Так а что, типа я с волками разобрался и все? И тут больше некуда двигаться, да? Жаль. Что, зря пёселей завалил? Слушай, реально больше некуда идти, а чё так? Чё так стрёмно? Ну ладно. Подожди, так нет, фигня какая-то. Исследованы пещеры. Не врубаюсь вообще. 2 из 5. А, ну вот я вторую пещеру, типа, я исследовал, да? Ну, видимо, да. Так, погодите, ребята, блин. Что-то тут какая-то хрень. Олень лает? Или мне показалось, блядь? Так. Здесь же есть еще одна пещера, только вот я ее не могу, в нее не могу попасть, потому что там железный забор.
но мне нечем... Ой, железный забор, железные это, завалы эти, да. Чтобы пройти дальше, потребуется любая взрывчатка. А мне, получается, нужен... Канистра с бензином нужна. Ну или канистра с маслом, с этим взрывающимся. Короче, ую. Ладно. Короче, любая... Тихо, блин, спокойно. Любая канистра, которую можно бабах сделать. Но я здесь вот где-то проходил, я не видел ничего похожего. Да, здесь ничего нету. Канистр с бензином я здесь не находил вообще. От слова совсем. А чё вот эта штука там висит? О, вот это. Я ее могу как-то уронить? Или что мне с ней сделать надо, да? И может с лука в нее лупануть. Блин, волки бегают вокруг меня, задолбали. Ну нету здесь бензина нигде. Я не видел здесь канистр с бензина вообще, блин. Они мне не попадались. Внизу только попадались, а здесь нету. Э, волчары! О, я тут шкур сейчас насобираю. Лучше бы мне столько канистр... О, пещера! Лянька, пещеру нашел. Чисто случайно. Включай лампу свою. О! Гляньте! Классно! Пещерку нашел еще одну. Ой, тут проход, и тут проход. И я уже прям растерялся. Так, нет, здесь прохода нету. Хорошо. Грибы. Мое. Ага, вот эту штуку заберу себе тоже обязательно. Ой. Да, забыл, что надо несколько раз. Опа, есть. Так, пойдем быстренько. Блин, просто интересно, если я все пять пещер... Хью. Если я исследую все пять пещер, что мне за это дадут? Что-то может быть интересненькое. Так, здесь темно, ничего не видно. И здесь тоже. Ладно. А, все. Я типа выхожу. А, ну они простенькие пещерки-то по большому счету. Одна только была самая большая, где были эти испытания. А здесь просто исследовать... Ну, я как бы ничего интересного-то в них и не нашел. Пойду на вышку подниму, что ли, еще? Блин, я вот ту пещеру очень сильно хочу исследовать, где этот железный завал этот. Мне нужен бензин, срочно. Так... Подожди, вот там вот еще что-то есть. Хопа. Опа. Мордой в снег. А, ну вот карта. Не зря я сюда пошел. Вот. Карта обновлена. Слушай, может быть на базу, на туда вниз сгонять? Может там будет бензин? Хоть какой-нибудь. Может быть масло? Хоть маленькая канистрочка. Хопа. Так, тут я вижу только гнездо пока что. Так, тут олень. Слазь. Блин, ну неужели нету нигде масла? Ни бензина, ничего. О, как это я пропустил? Супер, пусто. Блин, реально нету что ли нигде канистр? Да ну нафиг. И чё я сюда пришел? О,
пещера. Ого. Тут уже пещера с черепками. Ой. 4 из 5. Во. Знаешь, еще одну пещеру. Еще одна пещера, я знаю, там возле выхода. Возле, вернее, подъема наверх к тюрьме. Там еще одна есть пещера. Туда я тоже схожу. Ну там, по-моему, волки в ней живут. Баблишка. Куда она меня выведет, интересно, эта пещера? Тут вообще ничего нету. Золотишко только. Не, оно мне, конечно, пригодится, только я пока не знаю, куда бы мне ее использовать. У, сундук огромный. Греческий. Греческий язык у меня прямо на уровне уже сейчас будет. О, какая сабелька. Так, погодьте, погодьте. А туда мне как пробраться? Вот сюда. Я могу через камни через эти перепрыгнуть? Ага, хера лысого, не могу. Значит, нужно здесь как-то обходить. Опять, что ли, тут с водой какие-то косяки у вас? Ну, видимо, да. Опять надо уровень воды поднимать, потому что так я не допрыгну. Угу. Давай, залазь. О, читалка еще одна. Чертеж — это только начало строительства города. Нужны материалы. И нужны люди, которые умеют строить. Демьян был таким человеком. Поговаривали, что он может сделать кирпич из комка грязи. Говорят, его искусство было вдохновением свыше. Именно его рука придала форму мечтам архитектора. Угу. Вот так вот-то. Крутой дядька, ё-моё. Текс. Хорошо. А, так я просто обошел вокруг. Ну и прекрасно. Во! Класс! Чё-то нашел. Юху! Ну давай посмотрим. Чё я нашел? Деталь древнего лука. Ух ты! Вот это, кстати, полезно. Деталь древнего лука. Это хорошо. Ага. Грибочки. А, это золото. Не грибочки, алё. Все, да, я типа выхожу отсюда. Все, отлично. Эту пещеру я тоже исследовал. Осталось, получается... Блин, так не одна пещера осталась, а две. Только вот бензин я так и не нашел, блин, нигде. Очень хреново. И взрывчатки у меня никакой нету, я не умею пока ее делать. Что тоже хреново. Эх, ладно. Так, все, здесь больше ничего нету. Я ухожу. Я устал, я ухожу. Так. Ладно, опачки, опачки, опа, пуленьки. Наверх. Давай-ка. Оп. Чё я сюда залез? Ха! Еще пещера! Да ладно. Бензин есть? Тут вообще ни хрена нет. Чё это за пещера такая? Так это не пещера, это дом чей-то. Кто-то же и живет. Блин, ничего нету, что ли? Реально ничего нету? Ё-моё! Ну, зато лагерь у меня тут есть, вон. Ну ладно, хрен с ним, погнали дальше. Нечем взорвать мне этот... О, топор.
Бляха, да неужели нету здесь реально нигде канистры с бензином? Да ну нафиг. Ну это же не серьезно. Ерунда какая-то. Ладно, пойду, тут еще одна есть пещера. Да и надо было бы уже, блин, все-таки основной задачей-то заняться. А то я все хожу, блин. Все никак находиться не могу. Вот, здесь пещера где-то с волками. Я же видел тут еще одну пещеру. Здорово, пацаны. Да, вот она. Доставай свою зажигалку. О, грибы. Ну что, волки есть? Испытание пройдено, во тьму. А, ну мне много очков типа дали. Блин, и тут тоже, глянь, за собаки сутулые. Бляха, Какая комета, блядь, ну алло! Вот жопошники вы. Какая комета? Что такое комета? Ничего не понимаю. Где мне ее взять, эту комету? Ну как-то ж я должен вот это вот делать. Взрывать-то, ну это все. Я уже не знаю, если честно, где тут что еще облазить. О, найдите вход. Так я не могу найти вход. В смысле, я вход нашел, но... Но войти-то я не могу, получается. Правильно же? Я вот я стою к этому входу, да? Да, вот я к нему стою. Но я войти туда не могу, потому что у меня нету никакого ничего взрывоопасного. Мне взорвать нечем, блин. Рядом доп. Гробница испытаний. Я знаю, она вот она, это доп. Гробница испытаний. Ладно, пойду наверх основную миссию делать. Потому что я так буду миллион лет я буду ходить и ничего не найду, блин. Давай, цепляйся. И ту пещеру я так и не зашел, потому что там взорвать нужно. Взорвать нечем. У меня канистр с бензином нету. Здесь тоже ничего нету, никаких канистр. Жопа! Жопа-пулечка! Будем потихоньку двигаться к этой тюрьме. Вот сюда мне надо. Вау, как я могу. Хера себе, импровизирую. Ой, ты чего? Ну во, в итоге я куда-то пришел. Ага, тут закрыто. Да, мне бы бомбы научиться изготавливать. Вот это было бы шикарно вообще. Я бы мог тут взрывалить и устраивать им. О, здрасте. Спасибо. Пацанчик приуныл. А что тут? А тут ничего нет. Тут тупик. Зачем я сюда пришел? Еще выше надо подниматься, да, получается? Оп! Опа! Спуститесь по кабелям связи на территорию тюрьмы? Записи. Кажется, в них указано какое-то место неподалеку. Нет, там совсем другое написано. В смысле спуститесь по кабелям? Я только что пришел. Пух вам вонючку запустил. Обнаружен лагерь. О, еще пацан. Да что ж ты живучий-то такой? А ты тоже метки, я смотрю, да?
прям весь меня. Такой же меткий, как я. Угу, еще костерчик. Так, ребятки, я вас тут пособираю, все. Вижу, вижу дверку, значит, мне сюда. И тут еще фреска какая-то была, да? Да. Снова советская пропаганда. Да уж. О, второй уровень русского языка доступен. Вот это я молодец. Хижина с припасами. Приобрести предметы у техника и строиться можно за византийские монеты. Подойдите к предмету и нажмите Е, чтобы совершить покупку. Вот как оно. Здоров. Ну ладно. Отвечал за снабжение Троицы. Хорошо. Хочу свалить отсюда. Они чокнутые. Я припрятал снаряжение. Оно твое, если сможешь заплатить. Они не заметят мелких пропаж, но если что-то заподозрят или увидят нас вместе, я не жилец. На всякий случай мне нужна валюта, которую не отследить. Желательно золото. Как тебе такое предложение? Посмотрим, что удастся накопать. Ну, в целом. Твое предложение мне нравится. Зажим. Да? Зажим для веревки. Позволяет быстро подниматься по веревке. О, нормально. Что-то я замерз тут у тебя. Короче, я так понимаю, что на этом наш с тобой бизнес закончился. Я еще полажу, посмотрю, что у вас тут есть. И потом уже выйму, буду валить. Оп! Да, видимо, сюда. От вас нет отчетов. Троица это тревожит. У нас были проблемы с... Ну, опять этот хер. Возникли перебои бесячий. Ответью, но теперь все в порядке. Если ситуация выйдет из-под контроля, мы вмешаемся. Не выйдет. Вы послали меня сюда. Я был избран для этого. Я не подведу. Уж постарайтесь. Эй! Ой-ё! По лицу-то зачем? Я же девочка, алё, блядь! Быдло! И не царапины на лице. Лара, ты как? Слава богу. Анна? Ууу, здрасте. Что ты здесь делаешь? Я не знаю. Я не помню. Что происходит, Лара? Мне страшно. Да все нормально, не ссы ты. Прости меня. Я не думала, что они возьмутся за тебя. Это все я виновата. Кто это они? Что им нужно? То же, что искал мой отец. Ох, нет, Лара, я же предупреждала. Просто отдай им, что им там надо. Чтобы знать, что им отдать, было бы вообще прекрасно. Так просто. Спокойно. Я нас освобожу. Ну, давай. Как-нибудь. Ножа-то у тебя нет. Так и хожу без ножа, как бомж. Здорово! Давненько не виделись. Ты злобный дядька. Не тронь ее! Пожалуйста, не надо. Говори. А что тебе говорить? Что тебе сказать? Видимо, под землей где-то. Довольно. Она не знает. Ах ты, сучка! Что? Ух ты, блядь, крысина! Капец. Вообще, тут ты падла, я тебя первую пристрелю. Ты же не мог.
могла сдаться, не так ли? Капец тебе. Я знала, что ты найдешь дорогу сюда. А чего ты ожидала? Все может быть и по-другому. Мы хотим одного и того же. Нам нужны такие, как ты. Я тебя на кол посажу, поняла? Тебе нужна цель в жизни. Мы ее дадим. Да ты издеваешься. Я видела, на что способна троица. То есть нет. То есть иди нахрен. Поняла. Она, тебя троица завербовала до того, как ты охмурила отца. Или после. Я любила Ричарда. Но он был ослеплен своим идеализмом. Врешь, собака. Зачем тебе артефакт? Предъявить его миру? Восстановить доброе имя отца? Ты все еще так наивна. Ой-ой-ой-ой-ой. Напуганная девочка, которая хочет быть похожа на папу. Но! Грубиян! Довольно! Нет. Погоди. Мы с тобой все еще можем вместе творить историю. Подумай над этим, Лара. Не, я ее определенно зарежу. Это не конец, сволочь! Быть может, ему другого не дано. Здорово, мужичок. Я думала, я тут одна. Я тоже, и тем не менее. И как же звать мою новую знакомую? Никак, я тут ненадолго. Константин очень нетерпелив. Там еще кто-то есть, тут людей целая куча. Я вижу. Людей полная тюрьма, блин. Сможешь нас вытащить? Никаких нас. Я даже не знаю, кто ты и почему тут сидишь. Извини. Но сейчас я не склонна кому-то доверять. Без меня тебе далеко не уйти. О! Сказочник! Это мы еще посмотрим. Без меня, говорит, тебе далеко не уйти. Что тебе о них известно? Найдите способ выбраться из камеры. Ну, будем искать способ выбраться из камеры, но будем уже делать это в следующий раз. Все, ребят, спасибо за просмотр всем. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, прожать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И обязательно оставляйте комментарии. Все, всем спасибо за просмотр. Здоровья вам и вашим близким. Всего наилучшего. Всем пока.